Вот и наступил тот день, о котором сложено столько песен, столько стихов и, главное, вложено столько чувства, веры и любви. День рождения телеканала ОТРАР. Особенное настроение чувствовалось в стенах телекомпании уже с самого утра знаменательной даты. Ведь практически единогласно коллективом компании было принято решение. 20 ноября 2012 года должно остаться в памяти сотрудников ОТРАРа навсегда. А потому решено устроить практически целый день прямого эфира. А это, помимо всего прочего, еще и проверка творческой и профессиональной зрелости работников. С самого начала церемонии гости и участники, казалось, попали в сказку. Ведущие в течение нескольких часов вели прямую трансляцию стойко и гордо. А как иначе? Честь представлять в такой знаменательный день свою профессиональную семью предоставляется не каждый день. Сегодня долгожданное событие. Я считаю, что 20-летие телекомпании ОТРАР – это праздник в первую очередь для всех жителей нашего города. Так что всех шымкентцев я поздравляю с днем рождения телеканала ОТРАР. Мы обещаем и дальше радовать всех наших телезрителей и вещать отличный эфир. В честь дня рождения любимого телеканала для всех шымкентцев были приглашены знаменитые музыканты и танцоры. А гости шли нескончаемой чередой, и каждый хотел поздравить ОТРАР лично и сделать подарок. Не остались в стороне от такого события и партнеры телекомпании ОТРАР, те люди, которые активно участвовали в организации и проведении юбилея. Юбилей не маленький, 20 лет прошло все-таки. За это время телекомпания ОТРАР выросла, стала действительно народным телевидением. Мы все его любим, все его смотрим. И в этот день мне хочется пожелать вам только самого лучшего, процветания, больших и новых программ. Журналисты телекомпании ОТРАР помнят, как все начиналось. Да и не только ОТРАРа, ведь через новостную школу телекомпании прошло множество журналистов, которые сегодня работают во всех ведущих республиканских печатных и электронных средствах массовой информации. Их лица теперь узнают зрители казахстанских телеканалов, а материалы ждут во всех уголках республики. Со дня основания лучшего регионального телевидения прошло два десятилетия. Но забыть годы, проведенные в стенах ОТРАРа, нельзя. От всей души поздравляем весь коллектив телеканала «ОТРАР» с 20-летием. Мы желаем вам процветания, творческих успехов, новых талантливых сотрудников. И лично Валентине Куприяновне хотелось бы пожелать здоровья, той же неутомимости и энергии в свершении и в претворении всех тех задумок, которые до сих пор ею двигали. Нас смотрят, нас слушают, к нам прислушиваются и любят. Аудитория поклонников телеканала растет с каждым днем. И это потому, что мы стараемся давать объективную информацию и отстаивать интересы жителей. Я от всей души поздравляю телекомпанию ОТРАР. Пусть ваш коллектив и руководство будет окружено только хорошими людьми. Освещайте побольше светлых событий. Вы молодцы. Пусть будущее телеканала будет великим. Коллектив телекомпании ОТРАР вместе с жителями города, отмечая свой 20-летний юбилей, хорошо понимает, все, что сделано на сегодняшний день, это большой путь. Но впереди ждут тернии и победы, которых мы будем добиваться вместе с нашим зрителем. Ведь ОТРАР – телевидение для людей, телевидение для народа.